настало время для серьезных дел, друзья. Но перед этим, по доброй традиции, я вижу денежку на карте, поэтому разберусь с ним и начнем, пожалуй. Прямо скажем, дичь попалась довольно хитрая. Заметив угрозу в моем лице, она решила спрятаться. Вот только жаль, что эта куропаточка не поняла, что загнала себя в угол. Сначала я решил запугать ее атакой с воздуха. Затем я подъехал к нему задом, дабы не быть убитым через окно, и отправил ему первый высокотротиловый подарок. После которого он немного растерялся, так как я вывел из строя все ближайшие к нему транспортные средства, а заодно его машину повредил. Но он оказался крепким орешком, точнее он решил, что он крепкий орешек, и взял в руки ракетницу. Только вот он забыл, что мой грузовичок выдерживает 7 прямых попаданий из этой пуколки. И наконец он выходит из своего укрытия и получает фейерверк над головой. Бабах, и 5 штук зелени у меня в кармане. Прямо как с куста. Ну все, начинаем дело побег из тюрьмы. Это дело, прямо скажу я вам, далось мне нелегко. Пока мы ждем добровольцев, я скажу, потому что вы должны знать. Проходил я все это дело 2.5 часа, потому как постоянно попадались ребята, которые систематически подыхали в самом конце задания. Но естественно, я вырежу все эти нелепости. И по итогу скажу, что если у вас есть желание разделить со мной радости прохождения этих самых ограблений или принять участие в будущих сетевых утехах, милости прошу в друзья в Social Club. А теперь, после небольшого отступления, мы, пожалуй, так и начнем. Первое подготовительное задание из 4 – угон самолета, который потребуется нам для вывоза беглеца из страны. А, ну да, я и забыл сказать, что за дело-то. Все эти телодвижения осуществляются для того, чтобы вызволить из тюрьмы некого Рожковского, который по своему описанию и внешнему виду уж очень напоминает Хайзенберга из немалоизвестного сериала «Во все тяжкие». В итоге, видимо, этот самый Рожковский нам денег и заплатит. Для выполнения этого задания я выбрал Аддер, аналог Бугатти Вейрон, потому что моя роль в этом деле – пилот. Поэтому мне нужно лишь добраться до места как можно быстрее. Пару слов о самой поездке. Видимо, быстрая машина была не только у меня, поэтому мы устроили небольшой заезд на 5 километров. На съезде на фривей меня обошел ездюк на какой-то заниженной коляске, но дальше по прямой я таки нагнал его и обошел слева. Но он, видимо, оказался не из тех водителей, что следует по направлению GPS, и решил срезать. А я-то ведь правильный парень и поехал до съезда с трассы. Но и в этот раз при нашей встрече я смог его обогнать. Потом он опять срезал и опередил меня. Но только я начал его нагонять, как внезапно, откуда ни возьмись, на меня выбежал проклятый деревянный столб и испортил мне все мои надежды. Ладно, завязываем с гонками. Мы почти на месте. Тот парень, что опередил меня, уже стоит на мосту. Я, пожалуй, припаркуюсь неподалеку. И начнем потихоньку продвигаться к ангару, где стоит тот самый самолет, что спиздить надо. Прошу прощения, не сдержался. Просмотрев окрестности, я заметил, что парочка противников решила обойти меня. А вот фигушки, никаких шансов. Дальше я отправил на покой еще парочку недругов, и вот я уже на пути в ангар, где меня встречает последний засранец, но у него ничего не получается, и я успешно добираюсь до самолета. Теперь осталось только взлететь. Выползаем потихоньку на полосу, надо лишь обойти все препятствия, и миссия завершена. Тут особо говорить нечего, однако даже взлететь я не смог без прикола. Наконец я добрался до аэропорта и пора заходить на посадку. Выпускаю шасси и плюхаюсь на полосу прямо к ангару, где меня уже ждут ребята, которые позаботятся за этой птичкой. Наконец-то мы прошли первое задание. Еще 4 раза вот так, и мы у цели. Без лишних слов начинаем второе. На этот раз нам предстоит угнать тюремный автобус, чтобы потом на нем проникнуть в тюрьму. Учитывая эскорт, я поеду на моем привычном транспортном средстве. На этот раз особо не погоняемся, зато я смогу сильно помочь, когда мы начнем воевать с полицией. И спустя некоторое время чувак на белорозовой куруме уже вовсю начал вечеринку. Вижу противника, иду в атаку. В
Противник был успешно отправлен на орбиту, и мы с моим напарником начинаем сваливать от полиции. Конечно, выезжать на трассу не самая лучшая идея, но за неимением выбора приходится. В принципе, уйти от полиции мешает лишь их назойливый вертолет. И я вспоминаю, что недавно прикупил базуку, но так ей и не воспользовался. После того, как от полицейского вертолета не осталось ни хрена, мы с напарником успешно направились в горы, где скрылись от полиции. В общем-то, по сути, мы вдвоем прошли это дело, поскольку помочь нам те два игрока не соизволили. Наконец, автобус доставлен и миссия пройдена. Начинаем третью миссию, задача которой такова. Мы делимся на два отряда и выполняем каждый свою задачу. Первый отряд прикидывается полицейскими и пытается спиздить расписание тюремных автобусов из полицейского участка. Простите. А вторая группа, там где я, должна выкрасть с грузового корабля тачку Рожковского. Видимо, он без нее жить не может. Ну да ладно, начинаем. Сама поездка в доки особо интересна не была, поэтому мы уже там, и я вижу у лестницы немного охраны. Думаю, начать сражение нужно весело и красиво, поэтому беру бомбу-липучку и отправляю экспресс-доставкой прямо к ним. Уверен, им понравилось. В общем-то, охрана была не особо сильной, хотя в первый раз, когда я проходил ограбление на этом задании, мы много раз проигрывали, не знаю даже почему. Хотя сложность была нормальная, а сейчас сложно. Короче, мы почти на месте, правда, я вижу на радаре две цели, видимо, они внизу. Надо их ликвидировать, и тачка наша. Про саму погоню можно говорить часами, но самое главное, что водитель, мой напарник, видимо, уходить от полиции не очень умеет. Поэтому спустя дохера минут катания по Лос-Сантосу, я пишу в чат, чтобы он пустил меня за руль. К моему удивлению, видимо, он со мной полностью согласен, поскольку тут же остановил машину и вышел. Я ушел от полиции минуты за полторы, заныкался в горах, и осталось лишь довести эту тачку туда же, куда мы автобус прятали в первом задании. И вуаля, миссия выполнена. Переходим к последнему подготовительному заданию под названием «Мокрое дело», задача которого такова. Мы делимся опять на два отряда, первый должен устранить пару прокуроров и забрать какие-то документы, а второй, как ниндзя, проникнуть в дом делового партнера Рожковского и замочить его вместе с охраной. Естественно, мне достался отряд, где посложнее задача, и я буду разбираться с прокурорами. Мы с моим сообщником подъезжаем к крыше, откуда будем уничтожать прокуроров, занимаем позиции и ждем. По рации нам говорят, что они подъедут на черной машине, и устранить их надо практически одновременно. Но мой напарник, видимо, не выспался, поскольку пришлось обоих мочить мне, пока он ковырялся пальцем сами знаете где. Теперь нам нужно стащить бумаги, к которым уже понаехала толпа полицейских, но для начала надо спуститься по-человечески с крыши. Как вы видите, у каждого человека методы спуска свои. Мой план такой. Я на своем машиноубивателе расчищу путь к документам, а напарник, который как говно с лестницы свалился, их сопрет и свалит. Все просто, начинаем. После моей атаки в стиле носорога напарник сделал все как по учебнику, на отлично. Он стырил документы, и вот уже мы с ним сидим под мостом и ждем, пока полиция от нас отвалит. Последнее задание готово. И наконец мы переходим к самому интересному, уже к самому ограблению. Ну, по сути, это не ограбление, а побег из тюрьмы, но все равно. Выставляю всей команде доход в 20%, и мы начинаем. Я буду играть роль псевдозаключенного. Это довольно сложно, поскольку у меня будет лишь один пистолет, поэтому придется бегать по охранникам и просить патрон. Задача наша предельно простая. Я и тот чувак, что тюремщиком будет, мы проникаем в тюрьму и вывозим оттуда Рожковского. Пилот берет в аэропорту тот самолет, что я привез в первом задании, и летит сюда. А вот подрывник должен будет уничтожить тюремный автобус, вместо которого мы как раз и поедем, и прикрывать потом пилота на вертолете. Я специально пропустил все покатушки за автобусами, это долго и неинтересно. Мой водитель, видимо, забыл, что первый шлагбаум открывать нам никто не собирается, и стоит ждет. Придется поторопить. Дальше нас успешно впустили, и теперь он типа ведет меня куда-то. На нашем пути стоит охранник, но у меня для него сюрприз.
Дальше все по плану. Поднимаемся на крыши, устраняем охранников по схеме один выстрел, один труп, потому что патронов маловато. Двигаемся к Рожковскому, цепляем его и выводим к выходу. Правда, это не так просто, как я говорю, ибо охраны тут навалом. А учитывая мои хреновые дела с патронами и отсутствие брони, надо быть трижды аккуратным. Наконец, пройдя пару кругов ада, я добегаю до полицейского броневика, и осталось только подождать моего напарника с Рожковским. Мы его просто забыли где-то там, пока были увлечены стрельбой. И наконец, все сбой, и можно двигать в аэропорт, где пилот уже сидит и ждет нас. Прибыв на место, я решил немного прикрыть наших ребят, и только после того, как они все были почти на борту, и сам запрыгнул буквально на ходу в самолет. Пилот попался толковый, так как смотался от полиции на раз-два. Рожковский доберется, видимо, сам. А мы, как три мушкетера, отправляемся в точку сбора для завершения миссии. На этом пляже нас должен подобрать подрывник на вертолете, который все это время прикрывал нашего пилота от неприятностей. А в общем-то на этом и все. Я надеюсь, вам понравилась вторая часть ограблений. Не забываем комментировать, оценивать и подписываться, друзья. А мы теперь встретимся в третьем деле. Спасибо за просмотр и удачи вам!